ты собралась делать с моими тенями? Краситься? А твои где тени? Ну, твои, Ясь. Это? Мои. А твои где? Твои где? У нас тут вчера немножко протечка была. Вот отсюда. Все тут намокло. Поэтому я все это достала, все это ночью было у меня там, ну, как бы не так, что прям совсем тут залило, но как бы немножко поднамокло. Так я все достала, сейчас складываю все на место. Помощники мои. Марс ворует ясельные игрушки, но она ему с радостью их отдает, ей там какая-то нравится, интересно ей, вот, играть с ними. Марсик! Так этого медвежонка давка любила. Ну все, пришел его конец. Сейчас он пополам разорвется, мне кажется, уже. Ничего страшного, у меня есть еще игрушки. Да? Да. I could swallow a bottle of alcohol and feel like Godzilla. Better hit the deck like the car dealer. My whole squad's in here walking around the party. A cross between a zombie apocalypse and Big Bobby the... Пока мы главное в порядке свои наводили, Шмулик, посмотрим, что Шмулик делает. Яске вдруг захотелось рисовую кашу с молоком, сладенькую, но цветную. Говорит, мама, вот буду есть, но только если цветная будет. Но мама же готова ко всему. Вот, у меня есть краски пищевые, которые для выпечки, для теста, чтобы делать разноцветные бисквиты, вот эти вот всякие эти маффины. Сейчас Яска выбирает цвет, сейчас будет у нас разноцветная каша. Сейчас посмотрим, что получится. Первый раз такое делаю с кашей. Ясмин, пожалуйста, спокойно жди, ладно? Да. Ты видишь? Мы выбрали молочко, да? У нас опять вернулись маски. Ну, вернулись. В закрытых помещениях опять с масками ходим. Начали активно все летать за границу, и опять есть заболевшие короной. Потому что карантин никто потом не соблюдает. Вот. Говорят, в карантине надо 14 дней сидеть, никто не сидит. Ну, короче, опять корона у нас тут гуляет. Ну, не критично, так. Закат у нас красивый. Ребят, всем добрый вечер. Мы вышли прогуляться. Сейчас, может, пойдем на море. Ну, думали раньше пойти, пока солнышко было. У нас сейчас очень много медуз. Хотела показать вам медуз. Но что-то пока мы собрались, пока мы туда-сюда, как-то солнце село. На закат, в общем, мы не вышли. Вот, поэтому сейчас, может, пойдем просто кушать мороженое. Здесь будет темно, и на море там уже мы ничего не увидим. Поэтому пойдем просто гулять. Что это за статуя такая? В общем, мы идем кушать мороженое.
Что я вам скажу? Уже, естественно, никакого моря. По-моему, от меня ребята убегают. Рванули вперед. Lightning in the thunder, thunder, feel the thunder. Lightning in the thunder, thunder, feel the thunder. Lightning in the thunder. Пупсик, ты тут смотришь на всех вокруг, да? Да, сейчас мы будем в вентилятор, да? Вентилятор лампы, если что. Качу, мы гиппокапе, мили-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 
платье. Мама тоже в платье, а мне же пора. Доброе утро. Ай, Яське говорю, пойду косичку заплетать. Она говорит, я с тобой. Так я говорю, ты же в трусах. Ну, в майке, в трусах, в пижамных, типа. Иди, говорю, одевайся. Вот. Она говорит, ты тоже в майке. Я говорю, нет, у меня платье, у меня пижама, ну, ночнушка. Вот, иди, говорю, одевайся. Так она прибежала, он рассказывает, что... Ну, у меня, типа, такое платьишко. Я уже давно ловлю себя на мысли, что я начинаю терять русские слова. То есть из-за того, что много говорю на иврите, русский немножко теряется. И я такая думаю, блин, надо начать читать какие-то книги. Вот, я последний раз читала русские книги, ну вот честно, ну, наверное, лет 5 назад. Где-то вот Яска была масенькая еще, вот она прям, ну, где-то да. Все, ты в платьишке? Умничка. Поэтому я начала ловить себя на мысли, что теряю русские слова. Поэтому выбрала сейчас книгу, нашла книгу очень, очень старую такую. Такая она порватенькая, такая старенькая, обложечка старенькая. Ясмин, ты мне что обещала? Говори, давай, что ты обещала? Не перебивать. Не перебивать? А что еще ты мне обещала? Ну, говори. Не буду мешать. Не будешь мешать? А еще что? Будешь слушаться? Нет. Не будешь слушаться? Ну, что еще? Не буду делать полагаю, буду делать порядок. Ну вот, повторю вам. Обещал ребенок мне не перебивать, не мешать, не делать балаган и слушаться. Посмотрим. Слушаться буду. Да, вот посмотрим сейчас, посмотрим, как пойдет у нас. Обещалочки. Яська. Так вот, сейчас покажу книгу. Сейчас я заплетусь по Шурику, потому что я еще, кстати, обрезала волосы. Сама тут себе шу-шу-шу-шу. Потому что, ну, почти уже обстригла, в принципе, то, что крашеное было. Чего я камеру сюда? Немножко еще осталось вон крашеных. И я буду отращивать волосы. Еще одна новость. Буду отращивать волосы, поэтому я обстригаю вот это вот крашеное, потому что они тут постоянно ломаются. Хочу, чтобы была, ну, нормальная густота волос. И вот когда я их отращу, чтобы они были вот до сюда, наверное, я буду ходить с распущенными. То есть буду их вытягивать. Вот, ну или кучерявить тоже, в принципе, мне с кучеряшками тоже хорошо. Но это что вот я хочу, да. И к этому идем. Все, так, я заплетаюсь, и сейчас заплету волосы и покажу, какую книгу я нашла. А я иду купаться с платьем. Книгу, кстати, я купила эту на блошином рынке. Где-то мы там гуляли года 2 назад, наверное. И там купила за 3 копейки, вот. Но я помню, что в школе мы это проходили, но я не читала. Если честно, школьную программу очень-очень-очень мало ее читала. Читала только вот уже готовые, ну, нотации, типа. Нотации, да. Забываю уже, все, слова вылетают из головы. Но когда закончила школу, вот тогда почему-то вот мне вот зашло прямо «Мастер Маргарита». Я читала, наверное, там 2 раза перечитывала. Вот, «Война и мир» читала. Но в школьное время почему-то вот оно мне просто вот, ну, не шло. И так вот, книгу эту я, которую купила, она очень... Я помню, что в школе мы ее проходили, но я ее не читала. Старая книга, да. Манекрасов или кто-то там. Сейчас не помню уже.
Вот. Так, все, косичку плету, что там у меня сегодня много прям я говорю. Вот просто села батарею, там я вам другую батарею сделала, потому что у вас не работал, да? Ты принесла новую батарейку? Да. Ты видишь, ты все знаешь. Ты такая маленькая, она такая взрослая. Батарею поменять, так батарею поменять. Вот он. Некрасов. Приключения капитана Врунгеля. А нет, это мы в школе не читали. А я даже не помню. Нет, читали, по-моему. Такая старенькая книжечка. Какого года она? В 89-м была издана. В общем, буду читать. Вот. Книжечку. With you.